Привет, друзья! Сегодня я хочу приготовить лимонный висельник. Рецепт супер простой. Для этого нам понадобится всего 1 литр самогонки и средний лимончик. У меня вот такой лимончик. Что мы делаем? В банку наливаем самогон и лимончик, смотрите, друзья, подвешиваем так, чтобы он не касался самогонки. Я это сделал, взял капроновую ниточку, продел через иголочку и, друзья, вот так вот, закрепил и еще привязал, смотрите, на баночке сверху. Вот в таком виде. Главное, чтобы лимон не касался самогонки. И оставляем на неделю, на две. Будем смотреть по состоянию. Когда лимон там начнет чернеть, и у него откроются вот поры, кожура будет открываться, чтобы он совсем не потемнел, убираем наш лимончик. Но это мы будем смотреть, друзья. Оставляем так в темном месте примерно на неделю, на две. А потом посмотрим, что же у нас получится. Очень интересно, друзья. Прямое включение с нашего лимонного висельника. Смотрим. Баночка вспотела. Смотрите. И лимон стал менять цвет. Стал немножко тускнеть. И я думаю, друзья, сейчас это четвертый день. Еще пускай постоит столько же. И думаю, достаточно. Смотрите, пары самогона обволакивают лимон, и он стекает. Посмотрим, что будет еще дня через 4. Очень интересно. Привет, друзья. Прошло примерно 2 недели. Смотрите, какой почернел наш висельник. Сейчас мы откроем баночку и посмотрим, какой он стал. Так, друзья, как закупорено. И не открыть. О, аккуратненько. Ой, упал, но ничего страшного. Друзья, смотрим, какой он стал. Смотрите. Я думаю, наш висельник уже готов. Давайте я сейчас покажу вам, какой он стал ради интереса. И тут даже немножко почернел. Но это мы уже выкидываем, естественно. Но самые экономные могут, конечно, попить чай, но я бы не советовал. Друзья, сейчас мы попробуем, что у нас получилось. Друзья, ну вкус на самом деле такой, он, конечно, лимонный. Но кажется, вот лимонная настойка, которая есть у меня на канале, более насыщенная и вкусная. Ну, попробовать можно, в принципе, друзья. До новых встреч!